Всем привет. Так и хочется сказать, а вот и я. Всем привет. Продолжаю гулять по выставке Санкт-Петербурга. Интересные работы. Хочу вам представить выставку в Ирарте. Катя Анна Тагутти. Большой портрет называется выставка. Московская художница Катя Анна Тагутти рассказывает о своей выставке вот примерно так сама. Всматриваясь в лица людей, я пытаюсь увидеть их прошлое, их победы и поражения. Я пытаюсь угадать их сегодняшние чувства и надежды на будущее. Время стремительно превращает настоящее в прошлое. То, что было только что, становится минутой, часом, днем, годом. А с нами остаются наши воспоминания, фотографии, письма, в которых мы надеемся уловить линию своей судьбы и подготовиться к будущему. Через юность, которая, как всегда, юность, есть обещание будущего. Через утерянные возможности, через размышления о смерти. Через череду поступков, вольных и невольных. Через боль, которую время усмиряет, как анестезия. Время стремительно превращает в настоящее и прошлое. Вот так она говорит. Ну, что я хочу сказать. И тоже мне понравилась выставка. Интересные, огромные, большие портреты людей. Она рисует их с помощью угля, сангины, фрагментов афиш, старых газет. Создает крупномасштабные изображения лиц. Действительно интересно. Вот, посмотрите. Ее работы любят не только в России, как написано вот в анонсе, но и за рубежом. Все картины выставки расписаны на воображаемой стене, которая состоит из частиц и фрагментов афиш, фотографий, объявлений из газет, шрифт на которых разглядеть практически невозможно. Все эти фрагменты выбраны неспроста, ибо именно они характеризуют ускользающие мгновения нашей жизни, которые когда-то мы зафиксировали в своей памяти. В портретах я хочу передать сосредоточенное состояние человека, который вспоминает свое прошлое, пытаясь осознать настоящее и предугадать свое будущее, говорит Катя Анна Тагутти. Ну вот, собственно говоря, и все. Смотрите, кто посмотрит, тот посмотрит до конца. Все, пока-пока, до свидания, до новых встреч. До свидания.